храм во имя великомученика святого Пантелеимона. Храм святого Пантелеимона в Ессентуках. Вот сегодня праздник Рождества Христова. И в 6 вечера начнется служба. Сейчас я кругом обойду. Этот храм находится около парка городского. Вот там вековые деревья, в основном лиственные. Там шумит город. Очень уютные дома окружают. И пойдем посмотрим кругом территорию. В плане это куб, кубообразный храм с множеством куполов луковичных. Территория ухоженная. Вот колокольня. Славянским шрифтом, старинным шрифтом выложены слова. Храм святого Пантелеимона в Ессентуках. Однокупольный иконостас, четырехъярусный, центральный. Это боковые пределы. Все приготовлено к празднику. Сегодня елочки украшенные, прекрасные, живые. Вертеп в храме. С Рождеством Христовым! Святителя Пантелеимона в Ессентуках поражает своей роскошью. Начиная со входа, мраморный пол, этот орнамент прекрасный. Мы поднимаем взор свой к алтарю и видим прекрасный иконостас четырехъярусный. Наверху купол, световой барабан освещает храм, и по обе стороны боковые пределы с алтарями освященными. Очень много в храме икон прекрасных древних, и
эта икона праздничная. С Рождеством Христовым. С Рождеством Христовым. Ессентуки, храм Пантелеймона Святого. Такой вот вертеп около храма.